В Чебоксарах выбрали лучших по профессии среди сотрудников почтовых отделений в макрорегионе «Волга-1». Второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России стал успешным для нашей республики. Лучший начальник отделения связи – наша землячка Ирина Иванова. Прямо сейчас за этой дверью сотрудники связи Приволжского федерального округа проверяют свои профессиональные навыки. Давайте посмотрим. Между участницами, лучшими операторами и лучшими начальниками отделений связи лед таял буквально на глазах. Конкуренты в мастерстве сумели создать на площадке атмосферу праздника и дружелюбия. И понять, какой регион представляет та или иная участница, порой было сложно. Зашел в зал, я даже, в принципе, не могу понять, кто мои работники управления Чувашской республики, да, и кто работники других филиалов, потому что я очень много кого знаю. И даже иногда говорю, как дела у тебя? Она говорит, а я у вас не работаю. Я говорю, знаю, что не работаю, все равно бы тебя люблю точно. Участницам предложили три задания. Письменный тест, практическое задание, где нужно было описать алгоритм действий в различных рабочих ситуациях и разыграть мизансцену работы с клиентом. Конкурс очень важен для наших работников, особенно для отделений почтовой связи, для основных профессий, операторов, почтальонов, начальников, для водителей он проводится. Каждый получает шанс проявить себя, как-то вырасти в профессиональном плане, да, повысить компетентность свою, ну и в то же время получает возможность для карьерного роста. Диана Елеменева в 2017 году стала лучшим оператором связи в нашей стране. Теперь она ведущий специалист отдела мониторинга. Участвовать очень важно, потому что это в любом случае дает тебе карьерный рост, какие-то награды, достижения. Благодаря этому конкурсу я как бы получила возможность даже путешествовать. Мне выиграла сертификат на путешествие. Главный приз была машина, то есть можно теперь даже кататься на машине. Плюсы от участия в конкурсе отметили и сотрудницы связи из других регионов. Здесь собрались лучшие из лучших, здесь начальники оператора, то есть те, кто действительно познал много в этой работе. И те, кто хотят дальше развиваться, продвигаться. Жизнь без почты – это уже не жизнь. То есть у меня практически вся семья работает на почте, так что переходим с поколения в поколение. Почта России динамично развивается, внедряя все новые и новые услуги. Мы гордимся нашим филиалом, я говорю честно, но не скрывая нашей любви. Не секрет о том, что второе место при федеральном округе мы занимаем по подписке на 1000 населения. Почта России на самом деле меняется очень сильно. Жалоб за последний год на действия и на работу Почты России нашего отделения у нас не было. Полезность и нужность своей работы доказали все участницы конкурса. Наши землячки выступили достойно и оправдали ожидания. Оператор Елена Репина заняла второе место, а Ирина Иванова стала лучшим начальником отделения связи в макрорегионе «Волга-1». Задания были несложные, но были такие нюансы в вопросах, немножко каверзные. Для меня конкурс значит повышение своего мастерства именно в должности начальника. Также я узнала много новой информации, поэтому считаю, что для дальнейшей работы она мне пригодится. Теперь Ирина Иванова готовится к финалу конкурса, который пройдет в Москве в декабре 2018 года.